Пока где-то в Европе изнывает от жары, на вершине Цугшпице в Германии катаются на санках и наслаждаются морозным воздухом. Здесь самая высокая точка страны. Цугшпице возвышается над уровнем моря почти на 3000 метров. Это исключительно. Поиграть в снежки на Цугшпице в августе лучше и не придумаешь. Я знал, что здесь наверху будет снег. Я уже бывал здесь однажды. Снега не так много, как раньше, но все равно это прекрасно. Первое восхождение на Цугшпице совершили в 1820 году. Сейчас на гору можно подняться на специальном поезде. Также есть две канатные дороги. Сюда приезжают местные и зарубежные туристы. Я бейсбольный судья. Знаете, я надеваю защиту для груди, маску для лица и щитки для голеней, а на улице 37 градусов. Когда снимаешь футболку, с нее течет. Я люблю холод. Кстати, в конце июля и начале августа в Германии было не особо жарко, в основном 25 градусов и меньше. Также часто шли дожди.